Ну что, пойдем сходим прогуляемся по Кирилловке, только не в разрезе трансляции вечером, а вот днем, когда все видно. Расскажу, где что находится, ну то, о чем я знаю. Вот это вот та самая аллейка, про которую я рассказывал. Она находится на косе Пересыпь. Она довольно-таки непродолжительная, но она мне почему-то очень нравится. Она вот начинается чуть дальше, вот там Марьяна Юг и там парковка. Дальше она продолжается, ну, метров, наверное, 100-200 и все. Поэтому мы начнем отсюда, вот база Алена. Вот она. Вон там, видите, как я понимаю, там водонапорная вышка, уже база Чайка. Сходим спокойным шагом, прогуляемся. Пока светло, пока все видно. Тут, кстати, да, мы-то идем в сторону моря посмотреть, что там на центральных пляжах. А вот тем временем уже вторая береговая линия на косе Пересыпь, она вот обрастает новыми базами. Смотрите, как красиво. Уже все современно строят. Современно, красиво. Такая вот прилегающая территория. Уложена плиточка. Посаженные кустики. Все зеленое цветет. Приезжайте только, чтобы сфотографироваться. Как минимум. Так вот, база Кристалл. Дальше идет база Чайка, которую я вам уже показывал. Все ролики, кстати, я вот забываю об этом говорить, вы можете посмотреть в описании под видео, будет ссылочка на плейлист Кирилловка 2019. И с первого по последний все ролики вы можете посмотреть. Аврийский курень. Там вот надпись за припаркованными автомобилями. Ну вот, все, наша речка красиво закончилась. Вот она довольно-таки непродолжительная. Непродолжительная, но красивая. Пойдемте где-нибудь перейдем дорогу. Подожди, машина. Вот база Чайка. Андрей, мы были на этой базе? По поводу, удобно ли на коляске, вот, кстати, можете сейчас прогуляться, посмотреть, какая дорожка по косе Пересыпь. Сейчас посмотрим, какая очередная база. Ну, тут база на базе, вот, уже еще одна база. Ворота. Что-то они себе не обозначили, либо у них есть второй вход. Сейчас мы увидим. По правой стороне хуторок. Не совсем понятно, она вроде люди есть, работает, не работает. Там хуторок, домашняя кухня. Ролеты все закрыты. Есть места. Телефонов, к сожалению, телефонов для вас не оставили. Вход на пляж строго для отдыхающих базы «Солнечный берег». Заселение на базу отдыха с животными запрещено. Там что-то мелким шрифтом написано. Собаками, кошками, птицами.
У меня в том году часто спрашивали по поводу заселения с собаками. Ну, даже если есть табличка, всегда надо договариваться. Есть табличка, нет таблички. Надо позвонить, разговаривать напрямую с хозяевами, потому что, ну, такие вопросы, знаете, это надо уже в разрезе диалога решать, а не увидеть табличку, либо, если не видел табличку, ты приехал с собаками или кошками, и тут хозяев большие глаза. Надо разговаривать, договариваться. Сколько людей уже идет со стороны Кирилловки. Да, у нас на базе можно собаками, собачками. Вот база отдыха Мария. Мы, кстати, не были у них на пляже. Мы были рядом, там, где ромашка. Мест нет. Вот база ромашка. Меня просили снять эту базу в комментариях под видео. Вы, кстати, оставляйте в комментариях там вопросы, замечания, предложения. Я снял, позже выложу. Вот прошлись по территории. В принципе, мы были на пляже, и на пляже уже есть трансляция на канале, я ее сохраню. Можете зайти в плейлист и там найти, посмотреть. Вот здесь по второй стороне есть аптека, Вина Мира. Чуть дальше будет кафешка, там, где мы кушали, тоже есть ролик на канале. Можете зайти в плейлист в описании под видео. И посмотреть. Там сейчас загрузку, мы не увидим отсюда эту кафешку. Называется «Вкусно, как у мамы». Ролик, в принципе, как-то так же называется. Шашлычное лето. Вот меню. А почем шашлык? Шашлык. И свинины. 40. А вот, вот картошка. А это курица, да, или тоже картошка? Грибы. А сколько грибы и картошка? По 30, да? Это все по 30. Баклажан по 30. Баклажан 30, помидоры 10. Баклажан по 30, помидоры 10. Перец по 10. Кабачок по 20. Угу, спасибо. Вот тут рядом база Диана. А вон из-за машины, сейчас из-за дерева не видно, сейчас откроюсь, я вам покажу. Вот висит «Вкусно, как у мамы», красно по зеленому написано. Вот кораблик, на котором запрещают фотографироваться, вернее, разрешают, но только за деньги. Кораблик с пиратом. Ставка суши, что мы сегодня видели. Наверное, вот цены, если захотите суши. Еще одно заведение. Я, наверное, нашу прогулку разделю на несколько роликов. Все будет доступно в описании, в плейлисте про Кирилловку. А вот буфет, я на него тоже делал обзор в том году. Это будет тоже в плейлисте Кирилловки, но только за 2018 год. Вот через дорогу буфет. Так, ну все, наверное, давайте сделаю вам вторую часть. Поэтому не забывайте проявлять активность, подписываться, комментировать, репосты сделать. А мы пока пройдемся для вас. Уже саму Кирилловку снимем, вот эту центральную улицу, либо набережную. Скоро тоже появится все это на канале.